Всем привет, ребят, вы на канале Илья Геймс, и, ребят, я уже на неделю платно задержал, но, ну, это, мне кажется, много, я просто, реально опять задержался, просто там в школу, я просто в школе был, поэтому задержался. И, ребят, вы, наверное, спросите, почему у меня 1600 из 41 бравлера? Потому что у меня есть два новых бравлера. Мистер Пи. И Амбер. Легендарочка. Да, ребят. Ой, сейчас. Я не беспо... Ладно. Видимо, он от нас не отцепится. Давайте с ним поиграем. Так. И я буду делать... Да, Мистер Пи. Сейчас я ему напишу кое-что. Так. Сейчас. Что тебе надо, про я сейчас Илькой хочу. Ладно. Привет. По. Сейчас. Ребят, они просто не знают, что я видео снимаю. Сейчас я напишу. Я. Ой. Так, видео снимаю вы попали в мой новый ролик. Так, Макс исключился. Исключился игроком про. Так, я сейчас от него отменю. Чё он смеется? Алло. Сейчас я ему приложу столкновение. Ага, как канал? Так, ребят, сейчас... То есть в этом видео я пока походу буду играть не один, а с Элпомаксом. Кстати, ребят, как вы видите, у меня уже 18 000. А, он, наверное, хочет, как мой канал называется. Так, сейчас я ему напишу. Так, когда он уже нажмет готово? Ребят, походу мы сейчас задержимся на еще дольше, потому что он готово не нажимает. Нажимай, давай, готово. А то я ему сейчас как в лоб дам. В смысле, мне пора удачи. Ну ладно, все. Короче, ребят, поиграем без него. Вот он, блин, готово не нажимал. Итак, ребят, сейчас я ломаю баночки. Так, раз, два, три. Эй. Ребят, кстати, не скрипите, реально прикольно, конечно, да? Мне он нравится. Я его, кстати, хотел очень давно, я его хотел даже тогда, когда он вышел. Да, тогда только вышел. Мистер Пи, блин, я его очень хотел. Так. Так, динамайт, это не будет забор, а что-то...
ставлю свою станцию. Так. И сразу же ставлю гаджет. И так, активирую гаджет. Давай, убей. Убей его! Блин, ну ладно, сейчас я убью. За за мистера Пи было очень эпично. Так, мне какое-то обновление пришло. Так, Амбер. Ребят, наверное, все очень сильно хотят Амбер. Я думаю, вы ее выбьете, но просто мне почему-то так кажется. Ну, вообще, кстати, она не у многих есть, но все равно, ребят, это очень крутой персонаж. Если вы его хотите, я, может быть, а хотя, ладно. Так, ребята, просто хотел ставить как кусочки на мембраву, это приватный сервер. Но потом подумал, что за меня это забанят. Поэтому, ребят, я, к сожалению, не смогу оставить все на одном полосе, поэтому делайте, но... Ну, а может быть, просто сделаю видео, как его скачать. Так. Воу-воу-воу, там Пайпер. Так, Пайпер, только попробуй меня убить. Окей, ничего не получится. Опа, она. Понял. Эй. Главное, чтобы она меня сейчас не убила. Все, понял, что ты стоишь. Так, использую гаджет. Наверное, я просто хочу, чтобы никто не заметил это масло и чтобы я его смог подсветить. Пенни, ты тут... Пенни? Ну, ребят, давайте еще на комнату сыграем. Только, кстати, давайте уже сыграем в конкурсную карту в ограблении. Ребят, как думаете, за кого мне сыграть сейчас? За Амбер или за мистера Пи? Так... считалочка. Ехал Лунтик на тележке и раздавал свои орешки. Кому два, кому три, это, наверное, будешь ты. Ладно, ребят, мне попалась Амбер, поэтому я буду играть за нее. Так, 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 так. Ого, карта необычная, кстати. Ребят, как вам эта карта? Мне кажется, если она вам попалась, то я думаю, вы заслужите за нее, потому что мне кажется, мне она очень нравится, очень сильно нравится. Не, она кому-то из вас может не нравится, но все равно. Я считаю, это горная карта. А, блин. Нет, разминка сейчас будет, мать, валить наш свет. Так вот сделаю. Так. Радости все по-прежнему. Его баллы. Макс, ты офигела? Ты офигела? Ооо! Вот такой у вас. Эй. Я смысл сейчас залагала. Игра. Не, ну реально, ребят. Ребят, я считаю, это годная карта. Ну вот это вот. Что?
Я хотел сказать, эта карта награда за поимку мне не нравится, но... Muy caliente! Ребята, что это такое вообще? Как такое могли выиграть? Это же... На ней вообще играть невозможно, алло! Реально, вообще на ней играть невозможно! Кстати, хорошо, что это Фрэнка. Подбор... Это вообще жесткая карта, здесь будут тащить только близненькие. Да, и здесь именно близненькие. Здесь вообще только близненькие будут тащить. О, ребят, а что если на этой... Я придумал, что если на этой карте будет Дэвила прокатиться по озеру, ребят. Сейчас я отвезу деньга, блин. Пока не проверю. Реально, ребят, вот мне очень интересно, что будет если Дэвила и просто прокатиться по этому. Ребят, это, наверное, ржака. Будет какая-то ржака. Ребят, это просто... Здесь вообще выиграть невозможно. Ребята, здесь реально выиграть невозможно. Так, ребят, это уже жесть какая-то. Ребята, мы должны доиграть эту игру. Ну что, ребят, давайте попробуем. Я попробую сделать то, что хочу. О, кстати, у меня еще плюс 12 штука. Так, где у меня тут дерево? Ну что, ребят, давайте пробовать это все-таки сделать. То есть прокатиться по карте. То есть прокатиться по воде. У меня еще и... О, давайте, ребят. Ребята, это какая-то ржака. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, меня просто телепортируют. А, снова. Ребят, меня просто... Но... Обратно на карте телепортирую, нет. Реально, ребят, это жестко очень. Сейчас же просто прокатись. Ребята, это просто жесткая карта. Это просто райд, чтобы... Это просто для того, чтобы на дереве побаловаться. Ребят, это очень смешная карта. Ой, так, ребят, сейчас я опять попробую. Так. Это ржака, ребят. Говорю. Даже вы здесь можете попробовать. Сюда же дерево, ребят. Я думаю, это тоже... Это так смешно вообще, жесть. Ребят, это реально... Это даже смешно, так вот. Вот, ребят! Я опять не поделался! Это что вообще такое? Фух, ну что, ребят. На этом мы будем заканчивать видео. Вы были на канале Red Games, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!